Меня зовут Матарас Дмитрий, я работаю слесарем на главном автосборочном конвейере Минского автомобильного завода. Рабочая смена на предприятии начинается довольно-таки рано, в 7 часов утра уже нужно приступать к работе. Поэтому мое утро начинается в 5:30 утра, как и у многих людей, с бодрящей кружки горячего кофе. Это мое рабочее место. В данный момент мы занимаемся установкой подвески сейчас и тормозного оборудования. Сейчас я буду устанавливать тормозные камеры. К нам на участок поступает уже подсобранная рама, непосредственно на которую мы полностью устанавливаем все остальные узлы и механизмы, стыкуем, заправляем, и в конечном итоге от нас уже уезжает готовый автомобиль. Понимаете, для большинства людей, работающих на нашем предприятии, работа – это не только работа, это большая часть их жизни. Потому что на заводе работают целые трудовые династии. Люди работают не по одному десятку лет, работают целыми семьями. Непосредственно у меня папа всю жизнь проработал на заводе, мама – ветеран завода. Я уже работаю 16 лет в этом цеху. Я окончил Минский государственный автомеханический колледж, потом был на практике на заводе, и вот непосредственно так и остался работать здесь. Ну, мне понравилось. Я всю жизнь хотел связать свою с машинами, с автомобилями, поэтому для меня это интересно. Коллектив, как я уже ранее говорил, очень дружный, сплоченный. Тут люди в основном работают все и проживают в заводском районе, так что, ну, так или иначе, мы все друг друга знаем. Это соседи, родственники. Это большая, дружная, огромная семья. После установки рулевого оборудования и подвязку электрожгутов мы будем сегодня устанавливать двигатель на автомобиль. Запитка и заправка всеми жидкостями, установка карданов и впоследствии еще установка кабины. Как таковых сложностей в работе нет. Качественно, добросовестно, ответственно выполняй свою работу, и у тебя будет все получаться. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.